Четыре крыши руководства с 1420 года по 1683 год существовал национальный государственный крымский федерат Крымское ханство. После оккупации Крыма при Екатерине II политика России заключалась в том, чтобы вытеснять коренное население Крыма, то, что делает оккупантами прямо сейчас, и заселять Крым, как они выражались, природными россиянами. И в результате к моменту большевистского переворота 1917 году крымские татары, если они во времена Крымского ханства составляли где-то свыше 90% населения полуострова, то к 1917 году они уже на своей родине были национальным меньшинством. Несмотря на это, в 1917 году был создан национальный съезд крымских татар в Алтае и была провозглашена Крымская народная республика, которая потом была разгромлена большевиками в сражении 15 января 18 года. Они были разгромлены, и в Крыму становился красный террор. Затем сменялись власти, и, наконец, большевики утвердились, и 18 декабря 21 года была образована Крымская автономная Советская социалистическая республика. Вокруг этого, почему автономная Советская социалистическая республика, было много дискуссий, в частности, в журнале «Жизнь национальностей» Ульяна Фрейя писала о том, что давать ли автономию Крыму или нет, было много споров по политбюро, потому что крымские татары составляют уже большинство, но потом пришли к заключению, что все-таки это коренной народ, и создание автономной национальной территориальной автономной республики этому коренному народу, это должное воздаяние той, тем преследованиям, той деградации, которой она подвергалась во времена царского режима. И кроме того, был провозглашен манифест, где говорилось о том, что Крымская автономная Советская социалистическая республика послужит маяком, привлекающим исламский и турский мир, ну, для того, чтобы показать привлекательность советского большевистского режима. Но маяк получился не очень удачный, потому что уже через несколько лет, в 1928 году, начались массовые репрессии, уничтожение крымско-татарской интеллигенции. Она же по центру была тогда уничтожена, расстреляна и отправлена в лагеря смерти около 10 тысяч человек. В общем-то, в масштабе Советского Союза это не так уж много, но для маленького народа это, конечно, было катастрофическим ударом. Собственно, я говорю, уничтожила все высечная часть Крымско-Татарского народа. И дальше, 44-й год, татарная депортация, геноцид. Основными лозунгами национального движения Крымско-Татарского народа, то есть второй мировой войны, тех людей, которые остались живыми после геноцида, это было возвращение, безусловное возвращение на свою историческую родину и восстановление того, что было незаконно отнято, и в первую очередь восстановление национальной территориальной автономии. Поэтому, когда участники национального движения преследовались, они, советская власть, КГБ, навешивала было ярлыки не только как агенты Запада, агенты ЦРУ, но также еще подвергался термин автономизм, потому что они требовали восстановить свою автономию. Реальное возвращение крымско-татарского народа на свою родину началось в период распада Советского Союза, и особенно она была уже после провозглашения независимости Украины и подвешенного украинского государства. Не все еще вернулись по разным социальным причинам, что за пределами Крыма, на территории бывшего Советского Союза, по нашим оценкам, остается еще где-то 70-80 тысяч крымских татар. И в 1990 году, как вы знаете, уже на период распада Советского Союза, в Крыму был инициирован так называемый референдум на предмет образования восстановления, как выражались, Крымской Советской Социалистической Республики. Крымские тогда выступили категорически против этого референдума, потому что речь шла не о восстановлении той национальной территориальной республики, была в 1942 году, а по сути дела русской автономии.
И там, когда ну, они провели совершенно этот референдум, русские нотариусы были против, они бойкотировали этот референдум. И, но все же этот, результаты были прогнозируемые. Это было решение, собственно говоря, проявилось как КПСС. Они успешно провели этот референдум. И когда Верховная Рада, Верховный Совет, когда называлась Украина, рассматривался вопрос о создании автономной республики Крым, мы категорически выступили против этого. Мы говорили, что без возвращения коренного народа Крыма, мы тогда еще составляли 74% на территории Косово, основная часть еще находилась в местах депортации, мы говорили против республики, но тем не менее Верховный Совет, тогда еще Советской Украины, принял решение о образовании автономной республики. У нас было несколько встреч, в том числе с председателем Верховного Совета Кравчуком. Он говорил о том, что постараются в дальнейшем наполнить эту автономию национальным содержанием, но этого наполнения не произошло. Я думаю, это была драматическая ошибка Украины в создании вот этой вот, собственно говоря, русской автономной республики. Вот если вот этого бы не было, если бы все-таки автономная республика создавалась бы по национально-территориальному признаку, а именно как право реализации коренного народа самоопределения, я не хочу сказать, я не могу строчно утверждать, что мы бы там предотвратили оккупацию Крыма. Но однозначно то, что 27 февраля, как мне там под Думой автоматом приняли решение о прощении Путину о присоединении Крыма, однозначно, если бы это был национальный территориальный автоном, этого бы не произошло. Теперь уже после оккупации и широкой украинской общественности, и властному украинскому истеблишменту стало понятно, что это в 90-м году была, в 91-м году была совершена ошибка. И эту ошибку нужно исправлять. Самое оптимальное – это создание национальной территориальной автономии в рамках существующего государства. Вот об этом и как раз и речь идет сейчас. То есть по переформатированию автономной республики.